времена язычества, как считают ученые, из всех мифологических существ наиболее близкими к людям были домашние духи и хозяева природных пространств. Таких духов еще называют мелкими демонами. Пожалуй, самый известный из них – это домовой. Его образ дожил до наших дней и вошел в городскую культуру. В советские времена, в период массовой жилой застройки, даже была популярна тема переселения домового из деревенской избы в городскую квартиру. Я на чердак! Там у нас не чердак, а там квартира. Ты в стенку спрячься. Так я пробовал. Я не помещаюсь, у вас чулан-то есть. Нету. Ну как же вы живете-то? Ну придумай чего-нибудь. Сейчас мама мыться придет. Ну это уж совсем. Образ домового по происхождению языческий, но сформировался и получил распространение он не раньше 17 века. Вероятно, культ вышел из поклонения душам первых предков, покровителям рода. Они были своего рода предшественниками домовых. В разных областях домашние духи различаются по характеру. На русском севере домовой – это хозяин усадьбы. Строгий, но добрый и справедливый. А вот на юге нашей страны домового представляют уже как капризное и неспокойное существо. На фоне! Домовой, хоть порой и вредный, но все же хранитель очага и хозяйства. Так что это скорее добрый дух.